Вот, ну вот я снова вернулся, как бы свет моргнул, и поэтому произошел такой небольшой вылет. Такс. Сейчас я Дмитрия запущу скайп. Записи, кстати, вроде бы остались. Так, пытаюсь установить трансляцию. На кибере вроде уже все снова идет. Ну, я это включил заглушку, но сейчас вот игру запущу снова, потому что такой вообще свет весь моргнул так жестко. Все, короче. Ну все, демоникон наступает, рвется прямо из монитора. Ну да, он понимает, что тут вот уже и конец ему. Ну вот я чувствую, вот этот штурм арсенала, это уже какой-то ключевой момент. То есть там проходишь его, и, наверное, что-то уже, ну, закончится цепочка. Потому что что же, всю игру, что ли, там бегать, а этого дядьки задание выполнять? Как-то скучновато будет. Ну, как минимум, что-нибудь хорошее должно дать. В конце концов, мы теперь член этого картеля. Ну да. Так. Джойстик он откинул. Так, пошла игра. Сейчас я его возверну на экран. Так, о, вот она. Надеюсь, игра автоматически уже сохраняется. Может, вот как раз радость. А то бы сейчас отрезало. И, допустим, идти из той пещеры. О, а тут прям сразу. Как все и было. Но в этом, получается, есть и минус, потому что начнешь ты новую игру, и как бы что? Вся старая исчезнет. А в смысле, зачем начинать новые? Ну, например, если два человека в одну игру играют. Смысле, два? А, ты имеешь в виду, понял. Ну, у нас два человека, сестра может начать играть. Ну, прям контратака. Зашибись. Одолевает их. Надо только нажимать. Вот тебе. Ну, тут такая массированная атака на меня произошла. Так что я решил не рисковать. Нет, действительно, надо как-то это их. Может и магии там и так. Эх, а это что такое? Колодец. Ешьте больше чиз, тост, сырных тостов, игнорируйте. Смел. Запах. Да. Ага, ящик. А вон там будет еще больше стражников. Ну, пока в игре относительно сюжетное затишье, расскажи, вот, например, какой тебе геймпад больше нравится? Ну, у меня Боксовый? геймпад, он один единственный от Xbox. Но он очень удобный, честно говоря. Он недорогой, самый дешевый, вот я купил. F310. Ну, вообще, проблем не знаю. Он схватывает на лету все игры. АПС Даже ты трогал? от PS нет.
Ну, PS, вот из всех игр, из стимовских, только, я так понял, нужен для этого, для, как уж он, Devil May Cry. Там вот Xbox-овский не тянет, там не хватает одной кнопки буквально там на что-то, и все, короче, он не распознает несколько кнопок. Ну, там проблема, а так-то... Я вот от себя могу сказать, как обладатель обоих геймпадов, и PS-овского, и Xbox-овского, что на Xbox-овском очень неудобно сделана крестовина, это просто адовый кошмар. И не сказать, чтобы очень хорошие стики в сравнении с PS-овскими. А все остальное, особенно курки, которые на джойстике от PS, это просто песня, это нечто. Они нажимаются так, что ты никогда не понимаешь. Ну, я слышал это рассказ, ну что от PS получше джойстик. Да, ну в каких-то аспектах он лучше. Опять же, Xbox лучше лежит в руках. У него вот лучше курки. Ну и в принципе все. В остальном он похуже, скажем так. То есть у него больше вес. Прям. Ну вот прям сильно больше вес. У него похуже вибрация, чем Ну, я вот когда для этого делал выбор, какой джойстик-то мне взять для Dark Souls. Ну, для Dark Souls, собственно, выбора-то и быть не может, потому что оно ну никак не поддерживает PS-овский, там даже проэмулировать нормально не получится. Ну вот, я тогда вообще не понимал, я только понимал, что нужен джойстик и все. Вот. Ну, сестра говорит, давай, это Xbox, типа. Ну, я ладно. Но оказалось, что он как раз и нужен. Вот настало счастье с появлением на Windows X Input технологии ввода, которая поддерживает боксовый джойстик. Потому что раньше лежит еще два старых джойстика геймпада рядом. И они оба не поддерживают X Input. Соответственно, для каждой игры приходится, ну чуть ли не для каждой, приходится перестраивать кнопки заново. Все нестандартно. Там. Ну, на одном из них вообще там 16 кнопок суммарно. То есть там сзади есть кнопки, например, вот под средними пальцами, когда ты их держишь на джойстике. Там есть несколько кнопок рядом со стартом и селектом. Ну, такие вот упоротые раньше были джойстики. Ну, у меня вот джойстики... Моя история с джойстиками это вот Дэнди там, вот такое. А вот, кстати, интересно, какой Дэнди? Там тоже ведь разные производили. Да, я уж и не помню, честно говоря. Ну, классический самый, это просто прямоугольный джойстик, на котором крестовина, старт, ну, прямоугольный, по-моему, был, да? Две кнопки. Две, что характерно. Там нет турбо. Ну там что-то было, функция турбо, это было прям в этом. А, стоп. Ну да. Ой, опять эти стражники. Ну, сколько вот это уже можно? Похоже на защиту городов, ну или атаку городов в Карине. Когда ты там за одну из фракций дерешься. Да, блин, они упорты. Да блин, даже контратаковать не хотят дать мне. Блин, какие они бронированные, капец. Да блин, они даже... Их столько много, что даже контратака не получается. Ладно, сейчас я с ними разберусь. Вот тебе. Вот тебе дубины по башке. Ну бьют они медленно, очень-очень. Ой-ой-ой. Блин, они сейчас пиками со своими. Вот, кстати, любовь немцев в каждой игре немецкой всех стражников делать с алебардами, это как-то даже странно. Но почему они не могут носить мечи хотя бы в условиях города? Тут ведь
узкие проходы, особенно в таком бюргерском немецком городе, ты особо не размахнешься, алебарды это побольше техники. Вот тебе. Что ли делал дубинки? Вот да. Ох, бедный. Я его и заморозил, и полный контроль. Ой, все попадало. И чего? Ну и зачем я тут был? Может сюда надо? Или ворот? Туда? А, в дом. Ну это вроде нет. Как запасной путь какой-то. Так. Ого, какой-то flow with roofing nail. Топор, что ли? А может это штука, которая вот поможет усовершенствовать? Может, наверху тут сундучок, по-любому. Да. Ну, жители, естественно, никак не реагируют на лут сундуков прямо в их домах. Ну, а что они могут сделать? Жесть. Ну да, действительно, такой брутальный мужик. Бородатый. Я решил посмотреть. Класс. Картина такая. Так. Это как бы какой-то штурм. То есть можно, наверное, самому атаковать, а можно послать этих парней. Ну-ка попробуем. О, как раз кузнеца хватает. И заодно посмотрим, может у них тут тоже есть что-нибудь. Ничего нет. Ну, получается, они помогут мне сейчас одолеть. Но будем надеяться, то, что они там встали. Не очень хотят выходить. Ой-ой-ой, сколько их тут. Да-да-да, только не толпитесь. Оп. Прибежали. А я буду дубиной по башке. Такой, знаешь, кирпича только не хватает и все. Просто воин пролетариата будет. Так. Так, главное вот зелье здоровья не потратить больше нужного. Да блин, вот задолбал как. Там у него на один тычок осталось-то. Эх, и наших бьют. Да блин, копейщик этот какой упорный. Ой-ой-ой. Тут даже помощники-то умирают, что-то все. Ну такие они, одноразовая помощь в бою. Ну да, но все равно они помогли, честно говоря, отвлекли их от меня. Воры все-таки. Я вот помню, как в Ризане первом, когда я первый раз играл, я сделал ошибочное решение присоединиться к болотному лагерю, там, поддавшись на уговоры. Эх, смотри, их еще набежало. Ну да, ну, все, полноценный штурм. Вперед. Убивать стражников. А может как раз штурмовать-то мне не надо? Может, мне стоит пойти куда-нибудь? Ну, ты, главное, не умри. Да, вот. Ну, они дерутся, я так понял. Наши прибывают тоже из этого. В идее-то ты как раз должен помочь им побить стражников и стать типа народным героем, там, взяв арсенал, в котором еда и оружие. А, ну а вот они, наверное, туда. Просто я к чему, может быть. Моя задача-то другая. Не, похоже, надо драться там. Невидимые стены. Ну, чисто теоретически я им уже помог. Нет, тут даже хода нету никуда больше. Эх, они так уж одолели.
Ну вот, теперь они... Их мало стражников. О! Так. О! Наша отливает. Так, далее Лизард Тих какой-то и Вик Хеллинг Поушен. Более лучшее. Так, мы победили, поздравляю. Так, добро пожаловать и после всего. Одна маленькая вещь, что? Надо казнить кого-то. Died of starvation. I think it only fair that they now pay with their lives. And I don't think it's too much to ask for you to do this little favor for your new. В общем, это маленькая услуга для. И так, казнь. Ну, что там с казнью? Так. Мы должны что-то отпраздновать свою победу. Это обязательно. И типа уже все и так хорошо. А, они хотят крови. Казнить заключенных, отпустить заключенных. Ну вот это на самом деле очень здорово в игре. Постоянный какой-то моральный выбор. Ну тут по-любому, тут видишь, какой четкий выбор. Казнить или отпустить, то есть ну, вот однозначно. Ну, с одной стороны, мы помогаем этим чувакам, они должны помочь нам спасти сестру. С другой да. стороны, ну, казнить заключенных, которые и так уже проиграли. Ну да. В общем-то, что было с каннибалом, когда выбор совершенно неоднозначный. Ну, с каннибалом-то там какая-то говорящая дверь, непонятно. Ну, за ней... Ну, там были живые он, люди там, или нет? Живые люди за ней. А, понял. То есть он как бы запер ее в магии крови и... Ясно. Интересно. Казнить за... Не, ну тут, я думаю, казнить-то их... Вообще нет смысла. Ну, тогда они могут расстроиться эти, ну, ну фиг с ними. Вот, замечательная особенность РПГ, возможность выбора. Ну да, вот, ну тут выбор, он прям такой, четкий, то есть, он влияет хотя бы на что-то. Ну, благо, не как в Mass Effect, дай, давай. Ну да. Ну а тут вот сразу сюжетные, наверное, по-другому происходят вещи. Хотя, наверное, приходит-то все равно к одному, к концу, но... Как бы вот история вот эта наверняка другая. Ну что, они бунт учинили. While the Rondrians condemned Kyren's actions, Margrave Zumadam praised his mercy and displayed his own goodwill. Так, что это значит? Дали какую-то ачивку. А, кстати, ну арсенал-то мы штурманули, что дальше? Теперь осталась одна, как бы. Ну да, гномы, видимо, уже нет в живых, я так подозреваю. Не, ну гномы его не убили вроде. Он может и жив. Я вот хотел эту взлом замков повысить, чтобы в будущем лучше взламывать. Да, и, кстати, где-то там требовался четвертый ранг еще этого кузнеца. Ну да, ну кузнеца вот тоже. Ну как-то медленно все это прокачивается. Фиг знает, может потому что сложность низкая? Да нет, вряд ли, видать, просто начало игры еще. Ну, судя по всему, да, это самое начало, и это радует на самом деле, потому что... Если такое начало, то что же будет там дальше? Значит, еще интереснее должно быть.
А, ну тут я уже бегал. Ладно, пора по сюжету двигаться. Ну, все-таки со взломом замков как-то это. Интересно, конечно, посмотреть. Но что-то это... Особенно-то и деньги-то эти не нужны. Ага, во. Сразу. Крейзер Аллей. Куда же он нас отправил? Ну, тот же самый квартал красных фонарей, в котором мы уже были. А, вот, кстати, о квартале фонарей. Тут же база этих бандитов, вот как раз. Может, сундуки-то там откроются. Теперь-то. Теперь мы свой не можем карать у своих. Что-то, кстати, со странной стороны. Хотя... А тут все спокойно, ничего не поменялось. На стенах куча надписей. Вот он, лагерь. Колли какие-то торчат. Зачем? Как у орков. Да, странно выглядит, как будто бы город осаждали и почему-то укрепили каждый дом защитники. Ну и на самом деле забитые блин, окна. Блин, тут ранг 5 нужен. Ничего себе, тут сундук. Ну, похоже, надо на базу этих. Пойти. Так, что это? Посвящение в бандиты? Ты сражался за свободу. Так, хочешь ли ты войти в картель? Дали какой-то неидентифицированный топор. И Варкуниан Ситизеншип. Чего-то там. Ну эти сундуки пугают. Has secured Chiron and his family a place within the protection of Warnung's walls. Falk of Arivor would have to find another bride. Yet Chiron had no time to rejoice, for panic suddenly erupted in the streets of Warnung. In the western city, hordes of undead rose to attack the refugees. Какие-то нежить, что ли, напала на них? На их городок. Неидентифицированные топоры. Ой, это кто? Некроманты какие-то вернулись. Да, видимо, они решили вернуть себе город. Ох. Каландра в опасности, ну что ж. Вот кто. Эх, он уклонился. Сразу минус. Он спрыгивает весело. Да, прыткая нежить. Необычно там прыткая для нежити. Интересно. Блин, каким-то по-моему охватило его. Вот тебе. А вот ножик. Чувствуется низкая сложность. 0,2 единицы урона на 15 секунд. Это получается, весь этот яд снимает всего 3 единицы хп. Да у него всего-то 30. Все равно 3 это мало. Посмотрите даже с ударами.
Да блин, у него нету это. Не, ну удары-то, конечно, посильнее будут. Ну, низкая сложность, да. Мне прям страшно стало. Блин. Прям таким потоком он направляет. И не может попасть уже второй раз. О, прям рубит. Какие-то кости. Ух ты. Нехороший. 0,2 дамага в секунду. Вот так. Вот. Тяжелый бой ведет суровая дружина. А, или суровый бой. Да, и ледовая дружина. Да, ледовая. Подходит, потому что... Лед-то у тебя есть? Вот так вот. Мимо. Я тоже магией промахнулся. Надо же. А это кто? Там... Горожанин умирает. Эх, прям редком упали. Скотина-то такая. Еще один прыгун попался. А вот так, такого удара они не хотят отпрыгивать уже. Что еще, что ли? Вот тебя, вот тебя. А, это город. Как узнаваемые места. Вот тебя. Блин, сколько же вас там? Зеленые сопли от них только разлетаются. Да, не особо опасно, враги трупы. Ну да, может на более сложной сложности было бы посерьезней. Надо было тратить, наверное, деньги, хотя фиг за. А это что такое? Некромансерский тотем расположен что-то. Все отравлено. Ну да, хотел понять. Ну короче, тотем какой-то поставлен некромантом. Так, я правильно что ли иду? Сам не понял, что он открыл. Прибежал в какой-то кружок. А, вот куда. Каландра, father, are you all right? А, жители. Нам надо попытаться выйти. Что тут случилось? The undead are coming from all directions. Then there must be several sources, summoning circles, necromancers' work. Надо циркл уничтожить. Consecrated ground. If we're lucky, the sun god's blessing will stop the undead. Let's go. Alone? And what about the people here? Да, там как раз был какой-то круг нежити. Ну все, попробуем одолеть. Я не оставлю здесь людей.
not on your hands either, Chiron. Chiron, go ahead. You hack your way through the worst bit, and we'll follow with the refugees. From one summoning circle to the next, if I catch a Necromancer, I'll destroy his circle, and you follow. It's the tougher path, but there's less danger if we meet them head-on than in having them follow us. Let's go. Так, куда-то надо идти. Сломать, наверное, круг некроманта. Да, ну, что-то вот там он. Еще такое было, про то, что защищаться проще всего внутри. Сейчас храма. Он получит. Видать, сначала надо стрелять. Ну, некромант уже половину хп я снял. Липкий некромант. Ну, он что-то там попытался. Ну, его кружок он сейчас пройдет. Хоп-хоп-хоп-хоп, оббежать его. И вот так вот. А, он свою магию попытался что-то сделать, но так и замерз. Еще раз. Эх, троих одним ударом, класс. Ууу, сколько тут выпало. Какие-то мешочки. Интересно, что в мешочках? Все, город спасен. Что вы нашли? Руку. Так. Архидемон нежити. Это виноват. Так, остановитесь вы оба. Вы назвали имя там чего-то. Это ты остановись там, а нам надо победить. Ты не понимаешь, Галандра? В общем, все это связано с той же самой темной магией. Да, ну, пора пойти. О, один из трех некромантов убит. Три некроманта надо одолеть. Спасаем город. Тут везде трупы. На каждом трупе что-то написано. Что там написано? Некоторые некроманты должны иметь Order Red. Ну, им приказали, что ли, напасть. Просто пишут, что лицо женщины настолько изуродовано, что непонятно, как ее пытали и почему она выглядит настолько болезненно. Видимо, некромантам специально приказали, собственно, мучить людей. А. Некромант? Мучить, чтобы некроманские дела делать. Так, ну мелочь, наверное, смысла вообще нет бить. Блин, ну, свой шарик. Хотя, может, да не, наверное, нет смысла. Он вызывает еще и еще подмогу. О, вот это вошло. Они даже еще пока не умерли, все равно полезны. Они задерживают. Это все. Ну что-то прям быстро. Ну и правильно. Что вы нашли? Какой-то желтый. Уродливый камень. Blackaraz. Definitely the Lord of Vengeance. He's the only one. Громадный кусок инвентаря. Что же это значит? Подношение Богу мести. Единственный, кто принимает инвентарь Прайсу. Все эти боги ополчились на этот город, чтобы стереть его уже наконец. Ладно, сейчас добьем некромантов. Что-то они совсем распоясались. Ну что? You find that funny, you silly fool? Come, father, calm down. We need to get going.
If we find him and he really is a Borberadian, you can have the finishing blow. You are fools, children. Happy fools. Так, два из трех некроманта убиты. Ага. Во, кстати, меч найден, такой интересный. Длинный меч, и причем его можно улучшать с ячейкой. Ну-ка. Может, неужели что-то хорошее выпало? Уже, наконец-то. Ну уж, наверняка лучше, чем дубинка. Ага, три... Ну, чуть-чуть лучше, плюс один курага. Ну и можно улучшить. Ну, какой-то очень дохлый. Так, атак спид минус 5%. А, это улучшение. Ну, это вот все иглы. Вот эти лизардис, зубы ящерицы и руки нейл, это иглы. Они, соответственно, взамен метательным ножам. Так, ну мяч появился. И два неидентифицированных предмета. Ну, в принципе, все. Так. А ну-ка. Что некроманты? Боязно. Новая баррикада. Наконец-то суммонер. Что-то должен. Что он им должен? Призывающий должен быть еще жив. Где по наличию. А ну-ка, новый меч. Ну, мечом как-то получше. Он быстрее, что ли, бьет? Кстати, у него движение изменилось с мечом. Ну да. Он даже как-то... Он пошустрее им орудует. И помощнее. Ладно. Прям надо добежать. Класс. Может, у него бонус? Не, бонуса никакого не было на мече. Ой. Вон они. Подлец. А, вон он, некромант. Сейчас его шарик глупый спадет. Хо-хо-хо. Больно, наверное. Сделал, что ли? О, зелье здоровья. Экзекьютионер Сворд. Ох. Нет, а это вообще в сумке написано. Так, ага, да. И сразу прибежали жители. Получается, громадный двуручный меч должен быть. А может быть, в сумках какие-то предметы находятся, их надо открывать? Ага, вот, найден мяч. Ну, бери его быстрее. Так, этот суммонер был... Получал приказы от других демонов, что-то. Они вызваны, эти нежить. Так. Chiron, weren't you in a hurry? There's still a good way to the Prior's temple. Так, три некроманта убиты, ну и что? Вот мне хочется по это посмотреть, что там в этих ящиках. О, тут еще целая куча появилась предметов. Кольцо. Ну, пусть оденет.
Зелье мешок. Квесты там. Тоже квесты там. Мешок костей. А, красный это квесты там. Блин, целая куча. Видимо, означает, что она неприменима. Провизион бэк. Для чего это? Джунг. Ну джунг это, по-моему, мусор. Угу. Ну с ним ничего сделать нельзя, на самом деле. Ну, значит, надо как-то продавать. Ну тут я вроде уже был. Тут сундук. Да. Куда теперь-то отправили? Куда-то. Ну, назад, судя по стрелочке. А, вон сундук, как хитро расположен. Я помню, я этого индейца тут убивал. Угу. О, а стена от костей не исчезла. Ну, значит это еще не... А, вот, к рыцарям надо подойти, это как раз этот... Болван. Сейчас он, наверное, возбудится. Фолк. Так, это... Что-то не время для битвы сейчас, умри. Ну, умри, наверное. Чё уж. Я думаю, я его легко сейчас одолею. Так, приходят жители. Мы знаем, где некромант. Фалк поможет убить его, я убью его. Может. Лучше, наверное, самому подраться. Ну да, наверное. Но я думаю, он все равно бы не пошел. Что-то мне подсказывает. Да. Что-то мне подсказывает, что он какой-то наглый и высокомерный. Судя по тому, как он с нами говорит. Так, мы не нуждаемся в тебе больше. Ты работаешь для некромантов. Ты лжешь. Обытает Рондрианс. Ты... Так, ну вот нажмем вот это. Короче, там уже не важно, походу. Нас отправляют воевать. О, еще зелье. Отсюда пришел. Я хочу, это было. Ох, здорово. Забронзовел. Помнится, раньше здесь не было ступенек, когда тут сидел чувак. Не, ну типа еду. Вот же вход, вот в этом кружке, а тут не обязательно. Да. Ну что сказать, игра малобюджетная бывает. Ну нормально. Так-то. Храм. Красивый, кстати. Главное, некромунгер. Придется с ним сразиться, наверное. А, он что-то сказал, я что-то проверил тебя. Тебе не нужно имя, что-то. Откуда ты узнал мое имя?
Ой, блин, он начинает драться. Будет готов встретиться с темной матерью. А вот так? Нет, он не хочет умирать. Он вызвал какую-то тварь. Ну да, вот, собственно, его называли Summoner. Призыватель. А, против демонических тварей хорошо работает магия. Ага. Да сколько же можно? Ну, я, кстати, его покосал, он так неплохо. Блин, у меня пуляется своими. Надо его, походу, убивать. На этих внимания не обращать. И еще разок. Нормально, ему так попадает. Ну, эти его приспешники, они мне помогут. О. Открыто достижение источник зла. А он хопа и исчез. Нехороший человек. Создали один мумбо-джумбо. Да, что это значит? Чтобы это не было. Он главным делом всех жителей оставил вместе с этим чуваком и сам пошел драться. Чего он заключил всех в тюрьму жителей? The best guest house on the square. At least now, with the approaching wedding, his thoughts seemed to focus on Каландра's welfare. At least. Ну вообще что-то непонятно. Так, более часто что-то используйте предметы в бою. А, и вам дадут больше гифт-поинтов. ГП это гифтпоинт. Что-то он слушает. Непонятно. А, этот вот, похоже, ну, Фалк позвал их в гости к себе. Ну как позвал? Он пригласил свою будущую жену в новый дом. Не знаю, они там уже орут все, там, ты там нам не нужен, что-то. А, ну а, да, давайте я вас позову в гости. Что-то у него навязчивое желание слишком жениться там на этой подруге. Ну, честно говоря, глядя на главных героев, не создается впечатление, что они брат и сестра, они совсем друг на друга не похожи. Ну да, ну может это разные отцы у них. Так, и у него ну, вот сейчас ответ. Учителя, я люблю что... Каландру, это наше дело. Ну это наше дело. Учитывая, что это самый темный регион в принципе мира Задаркай, тут всякое может быть. Ну да. Так, так. Они ведут разговор. Хочет, чтобы Каландра порекомендовала ей что-нибудь относительно своей свадьбы. Так. Так, она куда-то отправилась. Так. I'm going to the Rondra temple. I'm not leaving Каландра alone with that woman. At least one of us has to stand by her.
куда-то его отправили, что ли? Сейчас тут есть сундуки? Не. Ни одного сундука. Ой, ну начинается. А, стражник опять. Ой, блин. Минус. Чё-то меч их вообще не берет. Хотя норм. А, стражники чё же, будут теперь меня пороть? Ну, видать, да, ты ж теперь... Враг стражи. Тёмный. Да, блин. Как же это можно? Ударить успел. Теперь всех стражников надо убивать. А, похитили Федора? Но кто его мог похитить? А, ну конечно, стражники. Не хватало им гнома, теперь еще нужен Федор. Что опять, что происходит в этом городе? Куда теперь? Опять? Ну блин, ну сколько можно-то? Прям... Слишком они упорны. Блин, козёл. У него, кстати, вот стали лучше, что ли, эти самые. Его атаки. Ну ты ж там прокачивал, вот они, собственно, дали. Так, что-то храм какой-то, собор. Что с Каландой? У него разбито лицо. That's enough. Кайрон, drop it. That's right, my love. It would be a shame if my dear brother-in-law were forced to watch our wedding from the scaffold. Man to man. Кайрон will chop you into bloody little pieces. It will be my pleasure. Talk. When the time is ripe. Then, march! Так, и что дальше? Didn't you defend yourself? It's not as bad as it looks. His mother jumped in between us before it got ugly. What did you do in the temple? Wedding preparations in the temple. And some kind of test on me. On you? Какие-то тесты там проведены. Фолкс's mother seems to like me a lot. I was able to ask her a great many questions, and she talked like a disciple of Namdus. Фолкс struck me to stop me from asking questions. She already knows much too much, he said. And he was right. Так. Типа она знает чего-то слишком много и. Wait. Давно бы уже убили. Heresy in the old Rondra temple. Unbelievable to think that the Rondrians would tolerate such a thing. Except for Falk, there weren't any of them in the area when she talked about it. She mentioned a council of the dead. Borbarad's council of the dead. It's supposed to be here in Warwick Mountain. Так, Legend Lore 2. Ну, единственный выбор. Надо Legend Lore все-таки прокачать чуть-чуть. Да, и фастолк. Чтобы побольше денег получать. Хотя они пока и не нужны. Да что-то да. Наверное, надо было покупать вот те предметы-то. Все-таки.
А, кстати, у меня идея возникла. Может быть, стоит, да, вот как раз легендарь лоры проучить, тогда он сможет я идентифицировать предметы. А ну-ка. Ранг 2 нам нужен был, однако, да? Да. Ну тут очков-то, в принципе, много. Я смотрю. Фасталк. Вот она. А может 3 сделать? И вот это тоже. В принципе-то понятно. О, вообще. Ну теперь уж точно хватит. Чё там велено куда-то пойти? Помнится, в инвентаре было оружие, которое требовало для своего ползания Legend Lore. Да, точно. Возможно, сейчас мы найдем там что-нибудь получше. Да? Так. Вот, идентифицировано. И за идентификацию, кстати, дали... Офигеть, вот эта пушка. Замечательно. Вообще, намного лучше, прям. Да. Ну и это тоже получше будет. Да. Но это прям вообще уж. О. Наверное, имеет смысл еще метательные ножи сменить на один из типов игл. Они все-таки больше урона наносят. А это какой игл? Тут нету. Ну вот, Lizard Throat Kiss и Flow Truffin Nail. Не-не-не, а это, подожди. Дамага 6. Это, знаешь, это можно улучшить оружие, это не метательная штука. Вон, эффективность движений плюс 2% дает. То есть вот он предлагает. Да, действительно. Ну, лучше, наверное, не тратить. Хотя, фиг. Ну вот, теперь оружие в два раза убойнее стало. Ну, теперь все. Ну, ничего себе, целый фонарь за спиной. Так, ага, ну-ка проверим нашу новую пушку. Что-то вообще бесполезно. Ой, блин. Да откуда у вас столько? Они прям нападают. Надо было казнить их всех. Ну их нафиг. Да, блин. О. Ну, они совсем, блин, опухли. Ну, правда, вон с них падают монеты. Тоже выгодно. Так, чё там надо опен? А вот. Эх, какой-то отравитель. Отравливающий этот улучшатель. Так, горы Молоха. Фу-фу-фу. Не, наверное, все-таки стоит перерваться. Что-то я это есть захотел, уже пора. Это ну, чё, какой-то... прошло уже полтора часа. В принципе, прошло уже 4,5 часа сначала. С предыдущего. А, вот, легендарий лор 3 как раз пригодится. Интересно, что сейчас дадут? Я какого-то монстра вот нашел тут. Ну-ка. А ну-ка, 13 АП дали. Ну, то есть, получается, дают просто, ну, чуть-чуть АП.
Ну да, но учитывая количество таких вот предметов, которым требуется Legendary... Ну да, а еще учитывая, что идентификация оружия, это вообще... Халява, да. Да, ну вон какая пушка сразу нашлась. Ладно, наверное, пора перерваться, ну и игру, я думаю, я еще поиграю. Потому что хочется все-таки пройти и понять, чем история-то закончится. Вот, ну, а за сим, наверное, все, и прощаюсь. Всем счастливо, спасибо, что смотрели, писали комменты, там комментов целая куча. Пойду плюсовать их. Да, все, пока всем, господа. Да, всем счастливо, пока.